снимаю третий раз. Вообще не дают снять видео. Так, начнем. Сегодня, по идее, я должна вам передать, какие у нас будут выходные, да? Но все бывает необдуманное, неожиданное, еще лучше получается. Вчера много было обращений, и, конечно, по сфере любви. И я увидела, что многие из вас очень волнуются, да, что думает, что чувствует близкий человек. Так вот, я вам сегодня хочу сделать подарок. Вот эта карта из магической колоды моего учителя. И я люблю вообще эти карты, я с ними в последнее время очень часто работаю, но для камеры снимаю те колоды, которые вам привыкли, ну, к которым вы привыкли. Поэтому я сделаю вам такой сегодня подарок. Это туз кубков в новой интерпретации, да. Но я не рекламирую карты, а просто рассказываю вам про свою работу. И вот давайте сегодня сделаем так, чтобы ваши любимые сердца вас услышали. Те люди, о которых вы так долго думаете и так много тратите энергию на них. Это небольшая молитва, которая пройдет через эту карту, и увидите, вот сегодня, завтра они будут более мягки к вам, они захотят услышать вас, они захотят узнать, где вы, что с вами, даже если они не появлялись долго. Мы что делаем? Никакой музыки здесь не надо, это не медитация, это просто молитва, проходящая через чашу любви. Иначе эту карту я так не назову. С картами можно и целить тоже, но просто это не каждому дано. Сейчас слушаем внимательно молитву и как бы проходим туда вверх. Вверх, к небесам, к нечто такому божественному, вот там вот, где выглядывает солнце. Сейчас я обращаюсь к вечной, единственной божественной силе, создавший меня для счастья и радости. Прошу тебя, пусть самый лучший человек для меня проявится в моей жизни. Благослови меня, благослови наши отношения. Пусть они будут наполнены доверием и нежностью. Прошу тебя, открой мое сердце для него и его сердце для меня. Я хочу проявить свои лучшие качества в общении со своим любимым. Пусть и он также проявит свои лучшие качества в общении со мной. Пусть мое сердце превратится в прекрасную розу, и пусть мой любимый всегда черпает в моем сердце только нектар любви. Пусть его всегда сопровождает этот легкий аромат розы, аромат любви, который посылает ему мое сердце. Я желаю, чтобы наша любовь вдохновляла, радовала и возвышала нас. Благодаря божественной любви, которая струится через нас, как блистательный поток света, мы становимся посланцами любви. Мы благословляем людей и мир только своим появлением. Мы выводим человеческую любовь на новый уровень. Мы становимся едины и видим в глазах друг друга божественную любовь и единую силу, создавшую нас. Я прошу, чтобы эта сила всегда берегла и защищала нашу любовь. Я так хочу, и так оно и будет. И если у кого-то из вас ссора, вы просто представляете образ этого человека. Можете перемотать видео еще раз. И еще раз прослушать видео с образом того человека, с кем вы хотите близости, с кем вы хотите доверия, с кем вы хотите взаимности и любви. Это никогда не проходит бесследно. И вы увидите, пусть небольшие, но чудеса и улучшения в ваших отношениях. У кого же совсем нету второй половинки, вы можете
через эту карту послать близкому вам человеку свои чувства. Это может быть мама, это может быть сестра, с кем у вас разлад. И она улучшит вибрации, исходящие от вас, из этого потока. Вот такой я вам решила подарок сделать на выходные. Я люблю свою профессию и люблю людей. И это никогда не остается незамеченным. У меня всегда вокруг меня люди, новые люди. Кто-то, кто пришел, получил, дальше пошел. Пришли следующие, следующие. И так на взаимном доверии и уважении мы живем. Но в основе всего, вот это ядро, это любовь. Если ее не хватает, то без любви ничего не получится. Поэтому примите от меня вот этот дар и подарок. Ну, в общем, с любовью, ваша Каролина.